1 августа вступает в силу закон о блогерах. Напомню, поправки призваны регулировать деятельность авторов популярных сетевых дневников и интернет-сайтов. Документ предусматривает введение целого ряда правил. К примеру, блогеров обязуют указывать информацию о себе, размещать решения суда, проверять информацию и не порочить граждан. Закон также определяет права и обязанности авторов сетевых дневников. Под действие новых правил попадают блоги и сайты, посещаемость которых составляет более 3000 пользователей в сутки. Отказ от сотрудничества грозит штрафами. За неоднократные нарушения правил ресурс могут заблокировать.